Ну, мое утро. Суббота начинается с такси. Давай полкило. Подъем. Хватит нас с тобой, этих крыш. Сегодня работаем на глубине. Но, сука, сложно, правда, будет. Приехал я в ЖК Царицына. Кстати, здесь живет мой друг, который работает на высоте конкретной. Андрюха, привет. Плюс у нас максимально к трубе. Все заблокировано. Лебедка. Мягкая чалка. Сейчас будем отжимать. Все. Отжали. Сейчас будем пытаться место под рулики освободить. Рейндж-ровер. Это моя любимая боль, наверное. В чем, собственно, загвоздка в таких ситуациях? Ролики-то мы подставим, но если видите, угол больше 90 градусов. Здесь стол. Нужно оттянуть машину, поставить ролики и выволочь. Вот так у нас ролики впихнулись. Здесь более-менее. Я думаю, сейчас отцепим. На нейтралке выкатим, ручник заблокируем, потом зацепим. Ну вот так вот, ставим нейтралочку. Отцепились, ручник не разблокировать. Выкатываем до уровня, чтобы потом 90 градусов бахнуть поворот. Учитесь пока же. Мы на прямой. То понадобился нам почти час. Поедем дальше. Вот те Вальдемар. И главный подарок. Узкая проезжая часть. И с роликами здесь будет не фонтан. Вот сейчас машина проедет. В общем, углы такие крутые. Так, а это означает западня. В угол мы не заходим. Сейчас будем делать волшебство. Прочитал я свое фирменное заклинание. И чудом хвост стал так, как нужен. С легким и непростым заклинанием. Вид из окна автомобиля. Я думаю, тут понятно, да? Какая тонкая работа у меня. Да, господа, этаж мы прошли. Клиент хороший, немножко мне помог. Сейчас мы пойдем наверх. В принципе, финишная прямая, расправимся. Дальше должен ждать кран. Все, наша птичка на улице, вон стоит кран. Вальдемар. Красавчик.